утро раннее. Хочу вам показать, что у нас творится. Ну что же это? Какое это? Где же у нас весна, веснушка? Все в снегу. Вот в таком пушистом. А мы все с куртками не можем расстаться. Да с перчатками. Может, май порадует. На апрель уже нет надежды. Всем привет. 26 апреля. Опять снег. Ничего не хочется снимать, никуда не хочется идти. Вы знаете, я люблю гулять, когда комфортная погода, ну или хотя бы, знаете, терпимая. Но вот такая слякотная, полуснежная, полудождливая, не знаю, такую тоску навевает. Дома сидеть комфортнее. Поэтому никуда не выхожу, ничего не снимаю. Оля, может быть, придет на днях. Вот с ней что-нибудь поснимаем. А так, вот знаете, какая-то вот скукота. Меня в скуку вогнать очень сложно, но вот тут хочется быть дома, пить чаек с вкусняшками, смотреть какие-нибудь фильмы. Девчонки, у вас так же? Не у всех, конечно. Я сейчас сибиряков спрашиваю, у кого вот такая слякотная погода. Ну, если вы не на работе, хотя и на работе тоже, наверное, тоскливо. Приятнее, когда солнышко светит, птички щебечут, зелено, все. А у нас, посмотрите, серые деревья даже не думают почки проклевываться. Мы с Мелиской дома, да, Мелиса? Мелиса, скажи «да». Скажи девочкам «да», скучаем немножко. Лень напала. Олю ждем. Девочки, как меня радует вот эта композиция от Лены Анисимовой. Я просто любуюсь. Я так рада ей. Вот так ее на микроволновочку поставила. Ей прямо замечательно тут стоится. А здесь у меня тоже лавандовая коробочка из-под кружки. Но там Мелискин корм, и она стала такая жирная уже. Поэтому вроде лавандовая, но близко ее сюда не ставлю. Ну, красотенько. Дочь тоже была у меня в воскресенье, оценила. Говорит, очень красиво. Со вкусом так все подобрали. Леночка, спасибо большое. Я рада. Ну, у меня водичка с лимоном. Вот весь день горяченькую водичку пью. И знаете, такое состояние сяла, встала. Сяла, встала. Ничего не хочется делать вообще. Бывает у вас такое? Вот прям лень напала и все. Не знаю, когда буду балкон мыть в этом году. Наверное, никогда. Вот, ну, представляете, снег. Падает и падает, падает и падает. И вот сейчас открыла балкон. Чувствую, прям холод идет с улицы. Уже стала одеваться, думаю, ну прогуляться-то надо. Вчера прогулялась совсем немножко. Холодно там сидеть, Мелисочка. Ты бы с удовольствием, если было солнышко. Сегодня думаю, ну немножечко, ну совсем, хотя бы так вот кружок дать до почты и назад. Нет, девчонки, не могу себя заставить. Погода не позволяет выйти из дома мне. Заходи, Мелисочка, замерзнешь. Заходи, сладенькая. Хочется уже все помыть быстрее. Девчонки, эту салфеточку мне тоже отправила зрительница моя. Все к делу, все к месту. Там Ирина сшила первую лежанку для Мелиски. Она, кстати, ее любит. Солнышко было, как-то вот потеплело, градусов 15, наверное, было. Она весь день здесь сидела. Просто кайфовала. Что там увидела?
Чё там мой маленький малыш увидел? Заходи. Дочь была, говорит, Мелиска уже в два раза больше Лютика. Удивилась. Я говорю, ну это какая-то порода такая гигантская. Ей всего год, ну год с небольшим. Она уже такая крупненькая. Лютик отстал. Когда вы познакомитесь уже? Давай, моя девочка, давай. Давай, прыгай. Хочу сюда купить кресло какое-нибудь. Такое удобненькое. И когда будет солнышко, просто здесь сидеть, чаек попивать. Но я даже знаю, какое кресло я видела. Раскладное такое, удобное, как ракушка. Ой, ну это надо ехать в планету. Чего? Девчонки, сегодня у меня любимое блюдо. Картошка жареная. Обожаю. Вот каждый день готова есть, честное слово. Ну и салатик сделала. Огурцы и помидорки. Больше ничего, масла там нет. Просто порезала овощи и все. Это банан не хочу, просто почистила. Потому что уже мягкий-мягкий стал. Это такой приторный. Он сейчас его только в коктейль. Ой, приятного мне аппетита. Балую себя. Вот это прям для меня лучшее блюдо. Приятного аппетита. Девочки, привет! Всем привет! У меня новая прическа. Как вам моя прическа? Как заказывали. Как заказывали, да. Не совсем такую, как я хотела. Я хотела, как у Юли Меньшовой. Мне там фотография одна понравилась. Такая милая у нее стрижечка. И она тоже круглолицая, и я круглолицая. И ей так идет, думаю, сделаю так. Но немножко мы с парикмахером не поняли друг друга. Мне вот верх сильнее сняли. Отрастет немножко, я все-таки попытаюсь повторить ту прическу. И будут спрашивать про цвет. Оль, цвет поменялся вообще цвет, удивительно. Да. Ну, состригла все светлые, все светлые, которые выгорели за прошлый год. Все состригла, и вот пепельные такие получились. Но сегодня в библиотеку заходила, девчонки меня там увидели. Говорят, ой, какой у вас цвет красивый. Вы какой краской краситесь? Я говорю, да не крашу свои волосы. Значит, у кого-то в родове такие, у кого, я говорю, у мамы, у папы, да, такие цветы, да, волос пепельные. Вот. Да. Оцените. По-другому. Вот кто-то мне писал, что короткий сессун. Я так и не поняла. Я парикмахеру сказала, вот мне, говорю, рекомендуют короткий сессун. Это как? Это как? Там же можно будет, Лен, в видео в твое вставить фотографию Юли Меньшовой, по какой я хочу стрижки. Да. Все-таки это, подвести свою голову к той стрижке. Вот кто специалист, если увидите ту стрижку, скажите, как она называется, как мне сказать. Потому что по одному внешнему виду парикмахер не сообразит. У меня есть парикмахеры, они подскажут. Да, хорошо. Среди зрителей. Да. А Оля подошла на кухню. Девочки, оторваться не могу. Цвет лаванды сразу как увидела. Вау, какая красота! Это все вот мне Лена Анисимова из Москвы отправила. Ой, какая милота, тоже... как я люблю тоже вот такое. И смотрите, как букетик-то составлен, мило, как нежно, как он украшает Ленина. И девочка, и мальчик такие же. Обалдеть, да? Просто, я сразу ох, ах, вообще шикарно. С какой любовью, Лена, тебе, да, отправили, да, вообще. Девчонки, спасибо всем огромное за мою сестру, за то, что вы ее так любите, и меня тоже, мне тоже перепадает ваша любовь, потому что, Лена, кто тебе отправлял курильский чай? Ты мне давала. Вот сейчас уже, Оля, и не вспомню, но... Девчонки, кто отправлял Лене курильский чай, и он достался мне? Я сегодня утром просто балдела, открыла эту коробочку. Я все ягодки, все цветочки какие там, я все съела. Такой аромат, такая вкуснота. Спасибо вам огромное. Вот спасибо, спасибо. От всей души, от всего сердца, девчонки, вам спасибо. Вот чтобы вот Вселенная... такая же щедрая к вам была, какие вы. Прямо вот прелесть. Какие вы. А курильский чай, это там ягодки были? Ягодки, да? Там цветочки, как, знаешь, не аптечная ромашка. Я думала, сначала аптечная ромашка. А вот
тоже она называлась «Ромашка», такими шариками вот во дворе у нас росла. Угу. У нее листочки как елочки, а тут такие желтые кружочки. Угу. И вот эти желтые кружочки засушенные там. Я их сегодня все съела, выпила вместе с чаем и съела. Угу. Девочки, красота. Я всегда делюсь. Все, что отправляете, это не значит, что я складирую все себе. Я все раздаю, я делюсь щедро. Поэтому и Оле перепадает, и маме, и дочи, и всем-всем перепадает. И даже мои подружки. Да. Ну все, девчонки, будем с Олей сейчас беседовать, чаевничать. В общем, всем пока-пока.